И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике сделаем из Arcane Y. Посмотрим, как у нее тип лица устроен. Так, подгружаю я сюда, значит, опять же, ZBrush болванку. New, новая. Вот с этой болванки будем ее делать. Так, детализацию ставим на середину. Включаем симметрию. Окей, окей. И теперь нам понадобится реф какой-нибудь. Опция, бэкграунд, рабочий стол. Так, вот я тут что скачал, а это скриншот именно, как сказать, самого мультфильма. Ну, он сейчас сплющенный, я сейчас чуть-чуть его переработаю. Вот как сделать заставку на скульптус альфа 6. Так, нам нужно взять сначала скриншот и попробовать все это дело где-то вот так, наверное, с вытяжкой. Не квадратную, а вот именно подгадать и подловить вот этот вот размер. Сплющенный, чтобы был такой вот более-менее вытянутый. Сохраняем ОК. Заходим опять же в скульптус альфа 6 и подгрузим вот этот скриншот. Вот, так будет, наверное, получше. Очень мало таких, как референсов, вот именно вот этого персонажа. Ну, сейчас что-нибудь попробуем и такое сделать. Так, первое дело, что примечаем, это у нас, так, вот такой тип лица. Раз, лодочкой. Два. Так, нос. Губы, подбородок, низко посаженный подбородок, ну, маленький, да? По носу что у нас тут получается? Середину проводим, треугольник рисуем, нос вытянутый. Так, глаза, так, это сначала брови, отсекаем, значит, это верхнюю часть, здесь вот будет переход лба. Это получается у нас широкий лоб. Мы еще коррекцию делаем на то, что возможно, как она, голова под уклоном и чуть-чуть сплющенная. Сейчас все это дело подкорректируем. Так, глаза. Рисуем глаза. Отбиваем глаз. Значит, вытянутый. Длинный глаз. Узковатый, да? По ушам. Так, надутая вот эта часть. Вот, вот эта часть, где скула надутая, ухо более-менее большеватое, височная часть. Что еще тут можно? Так, ну, по шее приблизительно подгадаться. Так, и отвод на тело. Так, ну, а это уже затылочная часть. Ну, в принципе, вот от этого сейчас и будем плясать. Так, это в мусорку и на курсор. Программа для рисования называется Epic Pen. Если кому-то нужно, установите. Прикольная штука. Так, первым делом флатом. Флатом выбираем. И все это дело нужно, опять же, преобразовать в нормальную более по лицу, да, вот эту штуку. Все выглаживаем. Вот это почему хорошая болванка, она очень правильная. И получается, что когда вы делаете персонажа с болванки, которая находится в ZBrush, то уже получается персонажи очень хорошо из-за правильности именно вот этого пропорций вот этой головы. Это обрубок называется. Эта фигня называется обрубок. Так, все это дело выглаживаем именно флатеном. И повторюсь опять в который раз, чтобы вопрос, если у вас возникнет, почему именно скульптус альфа 6, кто давно меня смотрит, потому что это первая моя программа, потому что она очень хороша для создания болванок. Здесь все работает очень нежно.
в отличие от ZBrush, там более все, как сказать, грубовато, да? Так, и вот здесь можно именно, что мне нравится, это Flatten, вот эта кисточка Flatten, и вот эти три, так, ну короче, вот три кисточки, это Drive, Crease и Flatten, здесь работают вообще бомбовски. Так, уплотняем шею, выглаживаем все. Так, смотрим опять сзади, потом все поднакидаем, и будет все зашибись. Так, заготовка готова. Немножко давайте подгладим нос. Вот так. Выгладим немножко бровные дуги вот эти. Сделаем их помягче. И отобьем вот эту помягче лобовую часть. Потому что эта женщина, у нее все идет мягко. Пока делаем фас вот по этому рефу. Shift, правая кнопка мыши выравнивает модельку. Теперь немножко поработаем грайвом. Грабом, пардонте. Кисточку чуть-чуть поменьше. Тут кайф еще в чем. Когда вы удаляете колесиком модель, то она, кисточка становится больше. Если приближаете, кисточка становится меньше. Классная штука вот эта. И не всегда нужно здесь делать вот эту настройку ползунком. Так, первое дело, давайте рассматривать, а то экко не получилось. Так, делаю потоньше, значит, кисточку. Рисуем. Смотрите, что у нас получается. Нам нужно... Поближе поставлю. Нам нужно первое, что сделать. Так, вот эту кисточку. По тому рефу, как, ну, как я рисовал вам, да, у нас получается вытянутые вот такие глаза. Чуть-чуть смотрят кверху. Это все подправится. По носу. Нос, в принципе, не трогаем. Вот такая, такой размер остается. Вот добавляем сейчас просто вот эту мягкую часть, отбиваем чуть-чуть нос, вот эту часть, переходящую, значит, вот, от переносицы. Так, по губам, губы, вот, будут здесь. Губы у нее тонковатые, ну, вот так. Губы смотрим, докуда доходят. По носу, по губе и по глазу. Отбиваем глаз. Ну, более-менее так. И смотрим. Вот у нас зрачок. Значит, расстояние до линии опуска глаза. Вы видите, какое я нарисовал, да? Вот здесь. Теперь получается то же самое. Примерим. Так. Это значит, вот линия глаза где-то выходит, у нее должна быть вот тут. Вот. Чтобы вот эта часть у нас, вот эта часть, ну, более-менее соответствовала. Но здесь, почему она шире? Потому что тут нужно немножко еще корректировки на вот этой части, и будет все нормально. Так, по скуле. Скула у нее... Смотрим, височная часть, уход и обводка. Значит, нам нужно сделать что? Добавить височную часть, вот эту, и сделать вот такую обводку. Вот так. То бишь, отключаем пока, не двигаем ничего. Вот то, что вы Epic Pen'ом нарисовали. Теперь переключаемся на Sculptis Alpha 6 и давайте попробуем сразу, не двигая, все это дело более-менее наметить. Кисточку побольше. Так, еще побольше, чтобы двинуть ее сухом. Вот так. Раз. Выводим еще побольше. Височную часть надуваем побольше. Так, а вот эту часть вот эту, чуть-чуть прижимаем. По глазам опускаем немножко глаза и чуть-чуть растягиваем. Так, сейчас я вам еще нарисую. Смотрите, вот эту часть мы опускаем. Вот
эту и растягиваем ширь. Вот у нас получается округлое теперь овальное лицо, но оно у нее еще как корректируется. Так, опять же, Epic Pen отключаем, переключаемся и корректируем подбородок. Делаем кисточку граф побольше и вот это все дело поднимаем. Делаем кисточку поменьше и вот с этой стороны нерисованной давайте чуть-чуть подбородок прям уменьшим. Сейчас все будет корректировка. Вот уже получился вот этот округлость. Видите, что тень падает, да? Так, что еще? Наметим сразу по этому рисунку, значит, губы. Надрез сделаем кисточкой Крис. И по носу. Смотрите, кстати, еще нос. Нос еще ниже опускаем. Вот так. Губы намечены. Так, здесь будет верхняя часть, тут нижняя. Ну, в принципе, все нормально. И отбиваем подбородок. Оп, овалом. Следом что? Делаем нарезку от глаза. Так, это уже нам не понадобится, да? Так, глаз еще давайте я нарисую приблизительно. Так, глаз будет у нас... Так, вот. Где-то здесь. Вот такой будет глаз. Верхняя часть у нее, в принципе, низкая. Переносится. И отбивка верхней части. Так. Это значит рисунок у мужа. Вот. Потому что было нарисовано. Вот такая получилась наметка. Так. По скулам. Выбираем драйв с клеем. И теперь рисуем скулы. Почему? Видите, у нее вот эта часть, внимание обращаем, вот глаз долой пока, обрезка, нос идет. Потом здесь вот эта часть, значит, губная, вот эта вот. А здесь вот получается вот этот овал. За счет чего он создается? Он создается за счет вот этой скулы. И скула у нее... Именно, наверное, поднятая. Почему? Потому что височная часть, так это я сейчас удалю, потому что, смотрите, здесь идет опуск, здесь надутость, значит, раз идет вот такой переход, то здесь поднятая скула, ну не скула, так она называется, скула внизу, забыл, как эта штука называется, вот, вот эта часть, она поднята выше глаза. То бишь, она находится вот где-то вот таким вот образом. Вот. Пухлая. Вот сейчас мы это дело попробуем повторить. Так, ставим боком. И пробуем накидать. Так, ухо сразу выглажу. Так. Пробуем накидать кисточкой драйв клеем. Вот эту всю штукенцию. Она выходит аж вот, вот здесь вот. Так, здесь вылазим, чтобы складки не было. Вот таким вот образом она выходит. Пухлая скула у нее. Вот. Теперь чуть-чуть ее вылазим. И уход на губы. Вот, пока оставлю в таком положении, такой вид. Подбородок. Сразу накидываем подбородок побольше. Потом все это можно будет урезать, ну, для наметки. Сейчас подбородок есть. И по губам. Вот эта часть губная у нее. Сейчас я еще один рез подключу, пока вытянем вперед и сделаем ее сверху, я не знаю, вам видно, нет. Делаем ее так, вот так и полукругом. Вот, чтобы у нас вот такая штука получилась на губах. Так, подбородок есть, намечаем теперь губы. Губы я сделаю сначала кисточкой драйв без клея.
Постараюсь говорить громче, потому что вы пишете, что запись звука плохая. Я уже тут на ноутбуке шаманил. Вроде шумы как бы убрал, но не так прям идеально. Так, теперь, когда вы нарисовали губу вот эту, что нужно сделать? Нам нужно ее как бы выровнять, да? Выбираем флатом кисточку и mesh ставим под углом. Повторюсь опять же в который раз, что если вы что-то накидываете или что-то вот подрезаете, то в скульптис альфа 6 лучше все это делать под углами. Никогда не делайте накид прям так, ну, по прямой вот так. Так, смотрим. У нее вот эта часть губная, она как бы ровная. А вот здесь уже пошел переход. Переход мы сейчас все это дело вытянем. И стачкой драйв кисточку побольше. И вот эту часть побольше вытянем. Так, эту чуть-чуть задираем кверху. И смотрим по губам. Вот чуть-чуть ее еще. Так, это многовато. Оп. Уводим, усаживаем и вот эти кончики губ приподнимаем. Вот эту часть выше. И чуть-чуть надуваем. Так, по носу. Нос уводим, нос поменьше. Так, и вот эту повыше губную часть, губы чуть-чуть тогда меньше. Так. Ну вот что-то такое пока получилось, но еще не видно, почему нам нужно, после как мы изменили форму, нужно еще сделать правильную подрезку снизу. Это кисточка Крис. Так, что у нас по вот этой части? По губным вот этим деталям, вот она, какая получается форма, так, рисуя мышкой и неудобно. А здесь вот губа нижняя меньше. Получается, нам нужно здесь все выгладить. Вот эту часть выглаживаем, чтобы форма получилась. И на низкой интенсивности пытаемся, ну, не пытаемся, стараемся сделать вот такую низкую, маленькую губу. Вот это нижнее. Теперь кисточка драйв без клей нам нужно провести, сделать ее пухлой. Вот форму, чтобы вот так вышло. Нижнюю вот эту часть делаем подрезочку, ну как накид. Вот так. И здесь выглаживаем, чтобы губа была именно нижняя меньше. И вот эту часть тут уже используем клей, как я всегда делаю, кисточку побольше, накидываем штрихами, вот так вот. Накидываем массу сюда, вот так вот. Получилась вот такая форма, но теперь мы ее кисточкой флатом, флат корректируем, вот так вот. Выгладим, да? Вот. Это более будет правильная вот такая штука. Почему? Потому что здесь идет еще мышца вот тут. Сейчас я, наверное, буду рисовать. Идет вот, вот тут мышца. Потом идет подрезка поверху. О, я не знал, что колесиком можно толщину выбирать. Так, здесь у нас идет губа. Здесь идет вот такая штука. А здесь впадина. Так, здесь у нас ноздри. Здесь идет тоже вот эта вот мышца. Вот это. Здесь идет уже переход скулы. И
уменьшение подбородка. Ну и здесь вот более-менее такая мягкая часть идет, но она уже больше скула. Да считай, не больше, а тут скула. А вот здесь вот дальше уже мягкая ткань идет. Сейчас все это дело будем повторять. Так, подрезка, подбородок. Так, губы, губы вверху. Скулы намечен, глаза намечен. Уши сейчас отведем. Накидываем еще подбородок и уменьшаем его. Так, таким образом. Так, подбородок чуть-чуть, значит, вытягиваем. Здесь выглаживаем вот эту часть скулу. И у женщин она идет, если у мужиков идет вот так вот скула, допустим, то у женщин она идет срезанная. Это задняя часть, она срезана. Так. Драйв клей. И погнали сейчас вот это все. Так. Губу нижняя чуть-чуть припущу. Во. Так, эту часть более острую нужно сделать и более растянутую, вот так вот. Теперь я немножко порисую вот эти части, отобью по анатомии, да, отобью кисточкой крест ноздрю, отбиваю сразу вот эту часть, где будет переход к носу. Так, здесь у нас будет, значит, под глазом вот эта мягкая ткань. Так, скула выходит правильно. И, наверное, я еще со скулой что еще можно сделать? Чуть-чуть я приподнять сверху. Чуть-чуть. Так. Вот так. Вот эту часть еще, значит, приподнимаем сверху. Опа. И тут тоже приподнимаем. Так, здесь у нас нос чуть-чуть уменьшаем. И губы можно немножко увести. А здесь чуть-чуть еще все-таки прибавить, надуть. Ну, как-то так я ее вижу. Так, теперь накидываем, так, уменьшаем еще подбородок. Подбородок еще уменьшаем. Скулу нижнюю чуть-чуть увеличиваем. Здесь вот делаем обкат. Так, смотрите, как тут должно быть. Вот такая волна должна быть. Раз. Во. Ну а здесь уже шея и получается как бы обводка. Тут гланды уже. Вот, а это вот сама челюсть идет, форма. Вот эту кость нужно именно отмечать. Показывать, что она тут есть. Таким образом это все делается. Сейчас посмотрим. Кисточку Крис ставим, интенсивность поменьше. Вот она, интенсивность. И делаем под углом подрезку. Отбиваем горло. И по канту проводим именно, намечаем, что здесь скула. Ну, слушай, челюсть. И нижнюю часть, вот эту, немножко накидываем. Это делаем помягче. Ну, слушай, выделенное делаем. Так, теперь горло у меня слишком толстое. Граб. И горло уводим. Так, шею тоже можно пониже, поменьше сделать. И здесь как бы надо потоньше. Чуть
Так, это дело есть. Теперь, чтобы увидеть всю картину вот этого персонажа, давайте нарисуем височную часть. Отбиваем височную часть, вот эту мягкую висок. Для чего? Чтобы понять, чтобы вот эту отбить скулу по длине. Потому что скула-то у нее надута аж по глазу, и вот его сразу становится видно, вот эту штукенцию, за счет того, что отбита височная часть. Так, теперь по глазам. Лоб у нее широкий, вот так. Да, и более ровный. Так, отобьем сразу ухо, чтобы вот это дело, значит, было завершено. Угу. И подбородок докидаем. Это уже склей в разные стороны, под углами. И добавим побольше переход. Вот так вот. Так, с этим делом закончили. С фасом. Фас профиль. Так, и нужно глаза теперь мы домечаем. Клей подключаем. Выборку делаем глаз через Alt, как и ZBrush. Глаза, повторюсь, выбирайте прям побольше, поглубже и в разные стороны. Когда будет сетка меняться, допустим, в этом, в другой программе какой-нибудь, то у вас получится хорошая такая пустота, в которой будет нормально помещаться глаз для анимации. Так, наметку делаем и корректируем, значит, глаза. Чуть-чуть опускаем вниз. Кисточку поменьше. Глаз делаем поострее. Вот эту часть вытягиваем. И вытягиваем вот эту часть чуть-чуть. Так, глаз делаем вытянутый, блин, во, и кверху его задираем. Так, тут выглаживаем. Вот так. Чуть-чуть теперь надо ее приподнять повыше, потому что ну, сильновато втянуло. Так. Ну, пока вот такая будет наметка. Сглаживаем здесь вот. Поглажи делаем. Здесь нужно накидать еще мышцу будет. И, значит, потом добавить веки. Ну, в этот раз я буду веки добавлять в ZBrush. Поэтому я глаза уже докорректирую там. Так, здесь у нас выходит. Сразу рисуем вот эту бровь. Наметку и по верхам сглаживаем. Делаем подрезочку. Делаем подрезку тут. Так, что у нас там с глазом? А глаз у нас выходит подальше от носа. Вот он. Вот так где-то. Так, заготовка готова. Переходим, теперь делаем более точный фас. Находим скриншот. Еще один, только боковая часть уже. Вот и смотрим. Если по фасу мы, вот фас мы более-менее попали, ну, ноздря я сейчас доделаю, то смотрим по губам. Вот по этому персонажу можно чуть-чуть его, значит, подставить сюда.
Ну, здесь можно крутить его, используя вот эту ротацию. Ну, не хотелось бы менять положение, тогда я буду именно так смотреть и делать. Смотрим, у нее кисточка граб. Вот этот переход полукруга и сильно выпирает вот эта часть. Это бровные части, но кажется, как будто переносится. Нет, это вот эта бровная часть, вот эта, и сбоку смотрится дальняя, как будто это все выпирает. Потом нос у нее идет с горбинкой, чуть-чуть уходит вниз и так. Чуть-чуть туповатый, кверху задранный, ноздри вытянутые, губа тут еще поменьше. Ну, сейчас все это исправим. Так, губы, размер губ по глазу, большая впалая, значит, глаза, глубоко посажены вот эти глаза. Здесь большая, значит, вот эта штука. Потом нос переносится и уходит кверху и где-то вот сюда и вот так. Ноздри у нее вытянуты и смотрят вниз. Так, значит, нужно еще посадить поглубже вот эту часть. Так, здесь добавить. Ага, вот эту мышцу доработать. По губам все правильно тут попало, туповатый у нее такой маленький подбородок и округлый уходит, вот он тут. Округлый туповатый подбородок, губа такая же маленькая. Так. А вот по рту чуть-чуть, наверное, подлиннее его нужно сделать, да. По ноздре, если вот по ноздре рисуем так, и вот должен получиться здесь треугольник. Ну, в принципе, и получается вот так где-то должен быть. Обводка идет поглубже, вот так здесь идет. Ага. Больше такой нос у нее с горбинкой. Так. Вот эта часть мало посаженная, нижняя века уже будет тут, верхняя так будет выходить, ну, опущена. И вот правильно, что вот эта часть у нее большая, ну, в смысле, вот она, высоко посаженная и большая скула. По лбу, так, по лбу у нее остро идет. Край, плоский лоб. Ну все. С этим делом теперь будем разбираться. Так, сначала разберемся по лбу. Лоб у нее уходит кисточку побольше. Значит, куда? Лоб уходит вот так. Значит, раз лоб ушел, то верхняя часть, вот эта, Ctrl Z, должна еще меньше быть. Вот с черепушкой тоже важно вот это дело контролировать. Размер, значит, черепа тоже влияет. Вот. Видите, тут уже большой переход, а шея, допустим, маленькая. Значит, тут нужно поднять чуть-чуть. Вот так. И увести в бок. Вот теперь это будет более правильно. Так, тогда здесь плечи уводим. Вот. Ну, затылок нужно еще будет смотреть. Может быть, его еще туповатым сделать. Вот так. Оп. Ну вот уже более, наверное, становится похожа. Так, теперь что еще? Ну, давайте работать с профилем. Так, кисточка граб поменьше. Так, так, вот. Здесь уводка побольше, значит, вглубь. Побольше добавляем вот эти вот части, а эти части уводим, значит, делать брови, бровная часть более такая, вот эта часть более выражена.
можно даже как бы углом сделать. Сейчас нарисую. Вот, вот эта часть у меня получается где-то вот так вот смотрит. Вот, вот это самая большая. Так. Стараемся поймать. Значит, поймать вот эту часть носа. Глаза у нее еще дальше здесь уведены. Вот так. Скула приподнята. Поднадута носом, что у нас. Вот эту часть нужно еще больше подсадить. Сейчас все еще спереди будем корректировать. Так, нос еще садим. Нос вытягиваем подальше. Делаем его подлиннее. Здесь все выглаживаем. Ну вот такой у меня тип лица, да? Так, ну вот здесь вот уже надуваем. Губы еще поднимаем чуть-чуть повыше. И делаем их чуть-чуть подлиннее. Тогда у нас изменяется вот эта часть. Вот, вот эта мышца. Делаем побольше, значит, переносицу. И побольше вот так ее здесь опускаем к глазу. Вот. Ну а теперь немножко флаттена, уменьшаем нос и заодно шлифуем вот эту часть над глазом. Нос еще чуть-чуть потоньше. Так, здесь тоже заострим. Пройдемся где-то. Сделаем вот этот угол. Надрежем нос. Ноздри вот эти. Оп. Да, оформим вниз их. Подрезку делаем перехода вот этот. Обводку глаза. Здесь вот рисуем всегда треугольник. Вот, вот этот треугольник. И он должен как бы создавать вот эту пустоту. Вот. Накидываем теперь ноздрю. Можно без клея просто использовать стандартную, типа вот этот вот. Стандартный накид. Угу. И под углом делаем надрезку. Оп, на нос. Вот так вот. И нос немножко так, повыше, так оп, а здесь угол создаем. Угу.
Рисуем бисквея кисточкой Drive ноздри, поменьше кисточку, так ноздри у нее вытянуты. И вот здесь через Alt, вот так я побольше овалом вырисовываем, там поглубже делайте, чтобы потом, когда изменится сетка, ноздри были нормальные. Так, и вот эта часть, она еще надутая. Нижняя вот эта часть надутая. Так, здесь выходит нос чуть-чуть вперед. Ровные у нее именно ноздри, такие углом идут, видать. И здесь еще чуть-чуть пухлости добавим. Вот. Вот таким вот образом. Угу. Височную часть больше так отобьем, ну, чтобы плоская была. Подровняем немножко скульные вот эти части. Погладим тут все. Вот так. Под углом. Ну и что еще можно? Так, здесь вот еще чуть-чуть шерстом. По ушам. Так, уши можно, наверное, чуть-чуть еще приподнять. И у нее уши должны быть отведены вот сюда. Так вот, оп. Во. Нормально. Сейчас еще проверяем скульную вот эту часть. Чуть-чуть еще больше надуваемая. Вот. Получается сверху у нее прикольный такой завидончик. Низ тоже поднадуем. Угу. Ну, в принципе, все, вот такие вот у нее, значит, детали. Так, единственное, что над, где будет вот эта часть, вот, где нижняя века, видите, тут у нее тоже, ну, в смысле, пухлая вот эта штука. Так, они, а верхняя века у нее вообще глубоко, и большие мешки вот эти вот делаем над глазами, более надуто. Так, губа верхняя маленькая, нос горбинкой, перекрут, лоб где-то вот, плоский, подбородок у нее маленький. Это о чем говорит, что если подбородок у человека маленький и не оформленный такой, то это слабый характер у нее. Хотя в этом мультфильме она более такая крепкая, да? Так, по носу еще, видите, тут вообще расстояние плоского. Вот эта часть вообще большая, плоская. Давайте ее попробуем еще. Но опять же, это рисунок такого, ну не знаю, может такое быть, не может. Есть такие носы большие там, вот, да? Допустим, вот он. Угу. Глаз посажен глубоко еще там. Здесь у меня опуски. Так, здесь у меня вот нос уже сделался большим, переход вроде как по рефу вот этому, да? Здесь, значит, у нее надутость под глазом. Вот что-то уже по
поменялось. И тут пока перед глазами сделается, полностью персонаж можно не увидеть. Так что сильно не расстраиваемся, когда что-то делаем. Стараемся больше деталей подогнать, какие есть правильные, а потом все равно, когда будут глаза или еще другие детали, там будет уже корректировка. Потом, когда раскрасится, и вообще тоже можно где-то придется подтянуть, вытянуть, так что это не окончательный вариант. Это просто пока болванка. Вот. Сзади делаем надрез. Вот такое вот ухо. Ну, кто смотрел ролики, это уже я показывал неоднократно. И можно сделать через альт вот так вот полосу выбрать. Ну и где-то выгладить, не без этого, надрезку. Где вы делаете надрезку, надрезка очень помогает где-то увести какую-то деталь, значит, вглубь. Так, поменяем немножко сетку, сделаем ее тут, вот эти края плюснем, чтобы она не ломалась потом. Так, накидываем вот эту часть мягкую. И убираем через альт вглубь. Вот это вот пазух, ну, слуховой канал. Через альт чуть-чуть корректируем тут. И уже где альтом провели, по верхам рисуем немножко кисточкой без клея, драйвом. Вот так. Ну, сглаживаем. И вот получается у нас такая обводка уха. Ну, опять же, можно где-то набросать мочку. Где-то что-то еще уменьшить, выгладить. Ну, получается, в принципе, вот такое вот ухо, вот такой вот персонаж. Так. Вырезать можно еще углубь весь глаз. Подобрать. Во, уже будет отбито, значит, как им же бровь. Вот это. Так, по носу вроде бы все нормально, чуть-чуть выгладить, сделать мясо, добавить. Вот. Ну и нижнюю полосу провести, чтобы ноздря более оформлена была. Так. И через альт. Оба-на. Делаем по отрезку. Вывод. Ну и немножко поработаем с клеем. Это уже придадим ей такую пухловатость. Проведем две полосы в сторону губы, вот такие, и чуть-чуть выгладим. Так, теперь немножко можно здесь поднакидать, значит, клеем. Вот так вот. Здесь тоже немножко мышцы побольше.
Так, а здесь уже можно чуть-чуть клапаном попроходить, сделать вот этот вот более изгиб такой. Так, и губу мы поднимаем. Так, здесь чуть-чуть натяжечку. Ну вот получился вот такая вот получилась болванка. Теперь я ее заброшу в ZBrush, добавлю туда сферы веки, добавлю волос, глаза и отделю, значит, нижнюю челюсть, чтобы можно было сделать ей лицевую анимацию. Ну и раскрашу. И получится уже, посмотрим на выходе, какой персонаж. Все, всем пока, до свидания.